Всем привет! Сегодня будет анбоксинг вот такой детской кофточки. Ну и дошла она за 11 дней, что довольно быстро. Заказал я ее в почти даром за $1.5. Стоит она 7,5. Пришла в большом черном пакете. Внутри упакована в еще один пакет. Выбирал я размер на вырост. Выбрал 5 на рост 110 сантиметров. Кофточка не очень легкая, написано, что она на осень. Я думаю, что как раз мы к этому времени подрастем, и она нам будет в пору. Да и так, в принципе, ее можно тоже одеть. Внешний вид хороший, никаких дефектов нет. Рисунок спереди нанесен с помощью краски и какой-то бархатистый материал. На бирке размер соответствует, рост 110 см, размер 4-5. На бирке возле горла указан точно такой же рост 110. Немножко смущает меня, что горло не очень широкое, и это будет самым маленьким местом в этой кофте. Мы из горла вырастем быстрее, чем из всего остального. Это уже не первый раз, если честно. Складывается впечатление, что это может быть особенностью китайской одежды. Они часто шьют короткие рукава на куртках, ну и вот, возможно, узкое горло в детских кофточках. Качество ткани мне нравится, видно, что это качественный трикотаж. Давайте вывернем наизнанку, посмотрим обработку швов. Швы везде ровные, нигде ничего не торчит, никаких ниток, никакого материала лишнего, не видно никаких косяков. Обработка хорошая. Вот здесь есть еще одна бирка, на ней написано, что это 100% хлопок. Видимо, это так, и в описании сказано то же самое. Таким образом, никаких претензий к продавцу я не имею. Вещь хорошая. Я считаю, что даже за полную цену эта вещь того стоит. Ну вот и все. Счастливо. Удачных покупок.